Всем ассаламу алейкум, здравствуйте, это я, Омар Алибутаев, и мой блог «Омар в большом городе». Сергей Семенович построил парк «Зарядье», а Сергей Кожугетович – парк «Патриот». В общем, у меня сегодня эксклюзивный выпуск специально для всех наших соседей из НАТО. Дональд Трампович, я извиняюсь, конечно, ну пойдемте со мной, погнали, я вам кое-что покажу. После чего вы позвоните к Меркель и все санкции с России снимете. Ага, погнали, go to meet, так сказать, это на английском. Дональд, посмотрите, какая штука длинная. Спорим, у вас такой нету. А хотите такую штуку чуть поближе увидеть? Тогда продолжайте нашу Россию обвинять во всякой фигне. Тогда мы ее прям к вашему Белому дому отправим. Ага, ждите. А, закрыто что ли? Ну, чуть попозже ждите. Ба-ба-ба! Вот это размеры конкретные. Это не ВВС, это вау-вау-вес России! Ва, посмотрите, зырьте сюда, что за зверь? Это не пушка, это пушка! Это намного мощнее, чем Абакара Травмат, а? Хотя Дагестан на самолеты, наверное, не пустят с ней. А так классно было бы по Дагестану на ней, а? Чисто на разборке приехал. Чё, кто чё? Борцуха, что ли? Какой тебе разряд? Ого, танк Т-64Б. Такой же, как у меня. Мой-то в гараже стоит. Ну, я в компьютерной игре говорю. Но он здесь помощнее, конечно. Меня бы здесь этот пятиклассник не подбил бы никогда. К нам идут авторы песен Ольги Бузовой. Огонь из всех артиллерии. Авиация, все туда. Ва-па-пай. Ничего себе щебенка здесь. Качественная. Кто здесь щебенку продает? На дачу можно забрать спокойно. Омар, ты куда смотришь? А? Не знаю, они же туда смотрят. Я тоже вот жду, что там появится. Может, там новая серия «Игры престолов»? Поближе подойду. Если что, я цинкану. С вами был Омар Алибутаев. И сегодня я посетил самое крутое место в Москве. Все, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Там, в комментариях пишите, что еще исследовать. И пусть мой ролик, как ракета, выйдет в топ Ютуба. Салам алейкум.